Добрый день, мы на пиар-вечеринке ТВ «Шанс». Меня зовут Марина, и с нами прекрасная девушка. Представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Светлана. Светлана, расскажите, чем вы интересны людям, чем вы занимаетесь? Я занимаюсь оказанием юридических услуг, в том числе банкротством физлиц. Светлана, расскажите подробнее, как вы пришли в эту профессию? Я сначала начала заниматься самостоятельно, своей деятельностью, потом в рамках своей личной деятельности было много вопросов, я получила юридическое образование, это у меня второе образование, и так стала помогать людям. Как давно вы этим занимаетесь? 10 лет. Какие увлечения у вас помимо юриспруденции, что вы любите? Наверное, новое современное увлечение – это ведение стримов в интернете. А расскажите поподробнее, почему оно вам нравится? Это определенная самореализация, творчество, и это очень другая направленность, в отличие от, скажем так, сухой юридической профессии. Я чувствую, что вы творческий человек, Светлана. Это ваша улыбка, ваши глаза, свет ваших глаз дает, что вы все-таки творческий человек. Да, конечно. В детстве я вообще мечтала стать визажистом. Очень интересная профессия, очень нужная для девушек и в том числе для мужчин. Скажите, часто ли вы бываете на таких мероприятиях? Нет, на таком мероприятии я в первый раз. Что больше всего нравится вам на данной вечеринке? Нравится неформальная обстановка, интересные наряды, свободная атмосфера и возможность познакомиться для разных целей. Светлана, я с вами полностью согласна. ТВ-шанс дает возможность проявить себя, рассказать о своей деятельности, то есть провести презентацию своей деятельности, своей личности, для того, чтобы люди могли воспользоваться вашими услугами, потому что здесь собраны абсолютные профессионалы. Вы согласны? Да, конечно. Благодарю вам за интервью. Желаю вам всяческих процветаний в вашей деятельности и желаю личного успеха. Спасибо, вам тоже самое желаю. Да, благодарю.